Всем здравствуйте! Заслуженный тренер России дала понять, что не считает бывшую фигуристку своей подругой. 73-летняя Татьяна Тарасова назвала бредом сумасшедшего слова о том, что она якобы была против того, чтобы Ирина Роднина работала с ныне покойной Еленой Черкасской. Бывшая наставница Алексея Ягудина дала понять, что у нее не было никаких конфликтов с Еленой Львовной. Женщина ушла из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. У нее был рак 4-й степени. Татьяна Анатольевна заверила, что она одной из первых поняла, Черкасская тяжело больна. Тарасова настояла на том, чтобы Елена прошла медицинское обследование. Худшие подозрения подтвердились, у женщины диагностировали онкозаболевание. На тот момент Тарасова уже давно сотрудничала с другими хореографами и никого около себя не удерживала. С Черкасской заслуженный тренер СССР познакомилась очень давно, когда-то еще танцевала в Большом театре. А уже потом, как говорит Татьяна Анатольевна, с Черкасской захотела работать Ирина Роднина. «Я была очень рада, что Родниной дали группу. У меня вообще нет такого качества, как зависть. Я очень давно с ней не общались. Я даже не знаю, из-за чего она так сердится. Мне все равно», — приводит слова Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер СССР подметила, что не поддерживает связь с Родниной и не считает ее подругой. Татьяна Анатольевна призналась, что вряд ли смогла бы разделить с ней свою радость или печаль. «Она вообще вздорная», – резюмировала бывшая наставница Алексея Ягудина, уточнив, что она много и тяжело работала с Ириной, и общения с ней ей хватило на всю оставшуюся жизнь. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!